Всем привет, с вами Прия. Сегодня 25 декабря, идет зимний покров. Пора бы наконец-то открыть подарочки. Собственно, до завершения зимнего покрова осталось совсем чуть-чуть, ровно неделька. И у любого человека, зашедшего в игру, есть возможность прийти в Старгорн и залутать абсолютно все те подарочки, которые разложены под елочкой. При вскрытии подарков мы получаем достижения, контейнеры, которые сейчас, собственно, откроем и посмотрим, что же в этом году мы можем полутать полезного. Я вел себя хорошо, бил Орду, исполнял волю Альянса, был нетоксичным, почти. Вот, надеюсь, там все по красоте. Сейчас мы все посмотрим. Комплекты какие-то, ну-ка. Так, окей, питомец — это что такое? Камень возвращения дедушки зимы. То есть аналог камня возвращения. Угу. Это уже, по-моему, третий в игре, что ли. Я помню, во время празднования Диабло 20-летия был аналог камня возвращения в виде игрушки. Сейчас. И, наверное, еще есть какие-то 100%. Хорошо, плюс игрушка. Далее, надеть комплект брони. Что за комплект брони? Надо бы посмотреть его. Это весьма интересно. Так. И вот это вот игрушечная броня, да? Один-единственный шлем. Ну, в принципе, неплохо, как говорится, за Альянс. Вот. Это что? На продажу. Это тоже на продажу. Это тоже. И это тоже. Ну... полезные подарки, конечно. А пополнение коллекции двумя игрушками — это приятно. Не маунты, конечно, но все же. Собственно, вот она, эта точка в Стальгорне, общий зал. Думаю, найдете. Всех вам благ, счастья, здоровья, прекрасного празднования будущих праздников. До скорого!